На 4 дня Альметьевск превратился в театральную столицу Татарстана. С 9 по 12 апреля в городе проходит 15-й межрегиональный фестиваль-конкурс народных театров «Идалиёрт». Свои лучшие спектакли здесь покажут 6 народных театров из 5 районов республики. Это, во-первых, повышение репертуара, это раз. Во-вторых, повышение работы, режиссерско-постановочной работы. Повышение актерского мастерства. Свои лучшие спектакли здесь покажут 6 народных театров из 5 районов республики. Нефтеград на фестивале представит 2 народных театра из сел Новое Каширово и Надырово. Открыл театральный праздник спектакль Эстега Фирола Бекуловского народного театра из Нурлатского района. Коралинке, мен сені еренге біргене тапқыр көрген едім. Хазір яқшылап таныштырысың енді? Жарат. Нәрселі таныштырмаста едің мен? Сюжет каждой постановки взят из жизни. В ролях непрофессиональные актеры, работающие таксистами, трактористами, учителями, доярками. В свободное время они готовят спектакли для зрителя, подход к которому, особенно молодому, с каждым годом найти все сложнее. Советский зритель все же, несмотря на сверхсовременные времена, телевизоры, компьютеры и многое другое, все равно в театр смотреть сельский народ ходит. Поэтому залы практически полные. Но не ходит молодежь. Не знаем, как затянуть молодежь. Нам очень тяжело завлечь молодежь в театр. Не только в качестве зрителя, но и как актеров. Хотя и есть среди них активные, однако это большая редкость. Спектакли могут посетить все желающие. Расписание можно узнать в Альметьевском драматическом театре. Ольга Степанова, Николай Быков, Альметьевск ТВ.